ну а чё, так и надо этому тупому учителю. Чё он тупым мне какие-то задания вообще задает? И так будет с каждым, потому что я самый непослушный ученик. Виртуальной реальности, если что, я такое только в виртуальной реальности делаю, в реальной жизни не советую тебе так делать, потому что из школы-то могут выгнать, в тюрьму посадить. Но зато в виртуальной реальности можно делать все, что угодно. Этим я сегодня не займусь. Там лайк поставь, а я пошел в виртуальную реальность. Математика! Как же я давно не ходил на урок математики в виртуальной реальности! Здрасте, Мария Ивановна, держите вам самолетик! Ну да, вот так вот! Это, кстати, все сделал Витек. Витек! Ты чего, хуё, блядь? Ну ладно. Химия, это, конечно, очень круто. Мне понравилось подзрывать класс, но нельзя забывать о классике. Математика, царица всех наук. Да, Мария Ивановна? Вообще насрать тебе? Какашка! Я уже как-то пытался пройти этот уровень, но у меня не получилось. Но сегодня, сегодня у меня все получится. Какашка! Сюда! Рогатка! Сюда! Целься! Огонь! Отлично! Бананчик, бананчик, бананчик! Сюда! Все-все-все! Это, кстати, не я! Это вот Димон, видите, встал! Ничего ты на меня показываешь! Мария Ивановна, вы обосрались! И не надо тут возмущаться, это же не я обосрался! Бомс? О, повалив мой нежный гель, будь бить! Я, кажется, описался. А, я типа там налил воды, поэтому она подскользнулась. Я не специально! Я хотел вам голову просто помыть. Витёк! Ну, Витёк, ну не плачь, ну на, покушай. Ну, не хочешь, как хочешь. Капец, это же какая-то жесть вообще происходит. Маруся вообще в шоке. Мария Ивановна, я вам говорил, кофе пить вредно, тем более в вашем возрасте. Вы лучше присядьте на стульчик и... То это лучше, чем кофе пить! Но за своим пищеварением тоже нужно следить, а то вы уже обосрались, напердели. Какой вы пример подаете ученикам своим? Самым хорошим, послушным и умным ученикам в мире, да, Витёк? Витёк! Уровень агрессии Марии Ивановны на пределе. Но еще не до конца. Нам еще нужно где-то найти ей клей. Ага, я его уже вижу. Сейчас мы этим клеем приклеим и кружку Марии Ивановны к столу. Немножечко еще клея вот сюда. Ну, в принципе, пока что, я думаю, будет достаточно. За палецом не тыкай в меня. Не понял. Я, походу, случайно клея выпил. Нам осталось сделать еще какую-нибудь одну, ну или максимум две шалости. И тогда Мария Ивановна точно взорвется. А можно бумажку съесть? Нет, нельзя. Мария Ивановна уже красная, как помидор. Что ей еще нужно сделать? Ладно, пойду ее еще раз приклею к стулу. В принципе, мне это не сложно. Можно еще вот тут все полить. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. И сейчас она тут тоже подскользнется. И... Да ты как вообще прошла мимо лужи? Ничего, 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 ничего. Ее тут ждет еще одна ловушечка. Ну, давай. Да, наконец-то я прошел этот сраный уровень математики. Ну, наконец-то, новый уровень в математике, который я еще вообще ни разу не видел. Это что такое? Мне кажется, или это опять какой-то ментос? Типа мне нужно ментос опять в колу засунуть? Подожди, по-моему, на этой таблетке нарисована какашка. Кажется, я понял, что это за таблетка. Мы, так сказать, сегодня прочистим кишечник Марии Ивановны. Вообще этого нужно делать. Опа, мыло, кстати говоря, мыло нужно тоже взять, оно мне пригодится. Самое главное правило: никогда не роняй мыло в реальной жизни. Но в виртуальной реальности можно останавливать время, поэтому можно уронить мыло под Марию Ивановну. Опа! Ментос, ручка. А что с ручкой нужно сделать? Да это я любя, ну любя так просто пошлепать решил. Все, 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 сижу, не вообще это, в самолетике леплю. Ручка по-любому должна быть где-то здесь. Подожди, это похоже на... Тут есть еще ментос. Вот ментос мне точно нужно взять. Ментос у меня уже есть, но с этим ментосом ничего я сделать не смогу, пока у меня не будет кока-колы. Кристина, Кристина, ты что там нарисовала? Алло, ты смотри, она продолжает рисовать Марию Ивановну. Я думаю, что за это два нужно поставить. Так, я, кажется, уже вижу кока-колу, но с кока-колой мы уже знаем, что делать. Вначале, пока там Мария Ивановна тупит, можно полить эту кока-колу на... Что ты на меня тыкаешь? Убери, убери. Сейчас мы тебя помоем, сейчас нормально все будет. Ну что ты распереживалась? Что ты такая серьезная вообще? Успокоился? Ууу, Кристиночка, я, конечно, с тобой бы после такого не общался. А ты что крутишь там у виска? Ты что, тоже решил получить? На, падла. А нехрен выпендриваться! Кристину мы уже уничтожили, в принципе, неплохо. Можно еще ментос? Нельзя больше ментос оставить. С Новым годом! С новым счастьем!
Подожди, как это так? Я поздравил учеников, но не поздравил Марью Ивановну. Так, Марья Ивановна. С Новым годом! С новым счастьем! Димон, ты опять решил повыпендриваться? Ты не понял, тебе в прошлый раз не хватило? Где мне найти эти сраные таблетки? Возможно, они у Марьи Ивановны. А, я их вижу, они там возле кактуса стоят. Ух, чувствую, Марья Ивановне будет очень не очень после этих таблеток. Сейчас их главное достать и засунуть Марье Ивановне в кофеечек. Сколько, интересно, нужно таблеточек? Но мне кажется, что 3 штучки будет достаточно. Подожди, а как я сразу 3 штучки-то понесу? Ладно, возьмем 2. Опа, подожди, это мой шанс, пока Марья Ивановна не пришла обратно. Опа, опа. Ой. А ты что упала? Марья Ивановна, я вам обычно говорил, что кофе это очень вам не полезно, но сейчас самое время выпить кофе. Это ж точно какое-то слабительное? Ну да, какашка нарисована. А можно самому эту таблетку съесть? Можно? Ой, я, кажется, обосрался. Что это я за друг, если не поделюсь со своей подругой, ну, угощением своим будешь? Я хотел просто, ну, поукостить. Ладно, не надо, нельзя так, нельзя. Слушай, мне нужны еще эти таблетки. У меня, кажется, есть план. Я не знаю, делают ли сейчас так в школе, но когда я учился в школе, если у кого-то в классе было какое-то день рождения, он приносил разные... Ой, там, кажется, Марья Ивановна неплохо. Короче, когда у кого-то в классе было день рождения, он должен был принести какие-то угощения для всего класса. Нифига, что там делает Маруся, ё-моё. И всем эти угощения раздать. Это очень странная какая-то фигня, потому что проперделась уже вернулась. Я все время не понимал, почему человек, у которого день рождения, делает подарки другим, а не наоборот. Но раз тут такая пьянка, у меня сегодня как раз день рождения, мне исполняется 74 года. Так что я всему классу принес угощение на этот прекрасный день. Никого без внимания не оставлю. Димон, это тебе, Маруся. У Кристиночки уже, по-моему, есть. Марья Ивановна, вам сразу же 2 угощения. Это вам, если что. Это новая модель сникерса. Кристиночка, я давно тебе хотел сказать и кое-что показать. Чё-то я увлекся. Нам еще нужно подсунуть кнопку и жвачку. Только я ни того, ни другого здесь не вижу. Ой, ой. Ой-ой-ой. Слушай, давай тут Марье Ивановне тогда сделаем побольше ловушек, чтобы она точно наступила. Вот сюда поставим, еще вот это возьмем, вот сюда. Целая дорога из какашек у меня тут получилась. Аккуратно, аккуратно, Марья Ивановна. Сейчас вам я там еще вам добавлю. Вот вам и вот вам. Песто меня поднасрал. Что ты вообще? А ты что, ты тоже хочешь? На, лови. Мне кажется, Димону недостаточно было моего подарка. Сейчас я ему еще сделаю. Где там? Ага, вот. Наслаждайся. О, ручка, кстати говоря. Бедная Марья Ивановна, она не может дойти до доски. Ой, ну в смысле я прошел уровень, я хотел посмотреть, как она еще раз упадет. Мы сегодня с тобой прошли целых 2 урока математики и открыли 7-й уровень. Мне уже очень интересно, что будет там. Так что прямо сейчас влепи лайкос и подписывайся на канал. И, конечно, тыкай на колокольчик, чтобы не пропустить новую серию, в которой мы отправимся на урок математики, ну или же на урок химии. Напиши в комментариях, куда мне лучше отправиться, на урок химии или на урок математики. Ну а мы с тобой увидимся уже в следующем видео. Пока! Меня зовут Бебра Бубы-Бровна, и я хотела прорекламировать телеграм-канал Жеки. Ссылка есть в описании, а кто не подпишется, тот нюхает Бебру 100%.